Челябинске с частного подворья сбежал олень. Животное заметили на проезжей части в Советском районе. Ну там нет ничего. Вон олень, 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 олень. Он мимо МЗ пробегал. Сообщают, что северного оленя видели и на Уфимском тракте, и на улице Кузнецова, недалеко от психиатрической больницы. Выяснилось, что животное – это самка. Она сбежала из частного подворья, когда владелец открыл ворота. Хозяин нашел оленя в 20 километрах от Челябинска. Сейчас животное возвращено домой.